благотворительный концерт, посвященный сбору средств в помощь ученице школы номер 116, продали более 200 билетов. Все вырученные деньги сразу перечислили на счет девочки. О том, что ученица 3-го Б-класса из школы Наташа Долматова серьезно болеет, все узнали только в конце августа, когда за помощью к педагогам школы обратились знакомые семьи. В июне Наташе поставили диагноз – опухоль головного мозга. Квоты на бесплатную операцию не досталось. За платную в Москве с последующей реабилитацией требуется 500 тысяч рублей. Сбор средств начался незамедлительно. Мы узнали, и 1 сентября мы составили объявление, сообщили ребятам в школе, попросили их помочь. На родительских собраниях была проведена работа. Родители откликнулись с большим энтузиазмом, энтузиазм, не знаю, правильное ли слово, и помощь начала собираться. На помощь откликнулись все, и ученики начальной школы, опустошая свои копилки, и старшеклассники. После урока ко мне подошел девятиклассник, очень скромный, воспитанный человек. Никогда себя особо не проявлял, никакой активности от него я не видела. И он взял 1000 рублей. Для него это серьезные деньги. И когда я спросила, ты серьезно хочешь так помочь, он говорит, да, это мои деньги. Откликнулись все от мала до велика. И первоклассники, которые только пришли в школу, и ребята, которые ушли из школы, они оказали нам помощь, они в своих учебных заведениях, куда они только вновь поступили, провели работу. Там висят и объявления, и рассказы тоже, и там тоже сбор денег идет. Всегда веселая, общительная, жизнерадостная и увлеченная танцами девочка. Отзываются о Наташе одноклассники. Они до последнего не знали, что она так серьезно болеет. 1 сентября Наташа пришла в школу на торжественную линейку. 2-го уже нет. Она красивая там. У нее волосы обычно такие, темненькие. Коричневые, темно-коричневые. И она, превосходная девушка. Сегодня из школы вывезут макулатуру. Ее 2 последние недели собирали во всех классах. Деньги пойдут на помощь школьнице. Сбор средств продолжается. Можно приносить в школу, и на сайте школы размещено объявление, где указаны реквизиты, куда можно деньги перечислить. Общими усилиями школа уже перечислила на счет Наташи более 50 тысяч рублей. Вчера девочки в Москве сделали операцию. Наташа, мы тебя очень ждем. Выздоравливай.